Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим рыбу Веллингтон, еще ее называют фиш Веллингтон. Здесь берется филе красной рыбы и запекается в тесте. Получается, ну, очень сочная рыба и тонкое-тонкое хрустящее тесто. Рыбка получается сочная, поэтому можно брать не только дорогие сорта, но и подешевле. И для своего блюда я взяла два филе киты на кожице. Потом мне понадобится тесто слоеное дрожжевое, мягкое сливочное масло, дижонскую горчицу, половинку лимона и любую вашу зелень. Я взяла укроп. Итак, с филе нам необходимо снять кожицу. Хвосты я не брала. У меня получилось два филе, то есть середина, и с них я сняла кожу. Как только сняли кожу, их необходимо посолить и поперчить. Далее режем зелень. Я взяла укроп, берите вашу любимую. Беру 50 грамм сливочного масла, оно должно быть очень мягкое. В него натираем половинку цедры лимона. Натерли, далее добавляем в сливочное масло нашу зелень и все хорошо перемешиваем. Выкладываем масло зеленью на одну половинку филе и хорошенько все распределяем. А на вторую половину выкладываем нашу дижонскую горчицу. Она придает такую немножко сладость. Накрываем, делаем вот такой вот сэндвич из нашей рыбы. И сейчас займемся тестом. Тесто я беру слоеное, дрожжевое, хорошо размороженное, один пласт. Его необходимо раскатать. Далее на одну сторону выкладываем нашу рыбу, а вторую сторону хорошо промазываем яйцом. И обязательно края тоже надо промазать, чтобы соки у нас никуда не вытекали. Далее закрываем нашу рыбу, хорошо все скрепляем. Если какие-то лишние концы вам не нравятся, можно их отрезать. И еще можно пройтись вот так вот вилочкой, чтобы соки никуда у нас не вытекли. Как только вы все закрепили, смазываем еще раз желтком. Желток развела с водой, все хорошенько смазываем. И последний штрих, что мы с вами сделаем, это сделаем вот такой вот узор на полоски наискосок. Вот так вот красиво у нас с вами получается. И все это отправляем в духовку при температуре 180 градусов, ну примерно на 20-25 минут до румяной корочки. Вот так у меня получилось. Необходимо немножко дать ей остыть. И я вам обязательно покажу, какая она получилась внутри. Вы сейчас увидите, какая вкусная, сочная рыба. И тонкое-тонкое тесто. Получается, ну, очень вкусно. Причем продукты мы все брали с вами доступные. Обязательно попробуйте это приготовить. Вы обязательно удивите своих гостей. И очень смотрится наша рыбка здесь выигрышно. Украшать можно лимоном, лаймом и подавать зеленью, друзья, и с салатом. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. И всем до скорых встреч!